Областная избирательная комиссия начала обучение операторов КАИБов, которые будут работать на выборах депутатов законодательного собрания 9 сентября. Комплексы обработки избирательных бюллетеней модели 2017 года. В учебном классе развернули 18 рабочих мест, за каждым по 2 человека. Это представители участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Всего предстоит обучить 420 человек. USB-разъемы, флешку вставляем в один. Принтер вставляем в другой разъем. Конечно, принтер вставляем сюда. Здесь по-другому не вставить. По результатам обучения каждому оператору КАИБа выдадут сертификат на право работы с комплексом. КАИБ предназначен, это как бы дальнейшая работа Центральной избирательной комиссии по автоматизации деятельности участковых избирательных комиссий. Представляете, значит, как только будет попущен последний бюллетень после закрытия участка, да, КАИБ уже знает, сколько действительных бюллетеней, сколько недействительных бюллетеней, сколько проголосовало. Использование КАИБов облегчает работу избирательного участка и экономит время членов избирательной комиссии. Сейчас в Ульяновской области таких комплексов 140. Их установят там, где количество электората на участке превышает 2000 человек. На остальных избирательных участках членам комиссии придется вручную разбирать бюллетени для подсчета голосов.